Здравствуйте, меня зовут Александр, я являюсь специалистом по сделкам с недвижимостью. В данном курсе я хочу с вами поделиться информацией о том, как удачно продать свою недвижимость. Мы с вами рассмотрим следующие моменты. Как организовать продажу и с чего начать? Продавать самому или доверять маклеру? Какие риски возможны? И почему маклеры часто в немилость? Если вы продаете свою недвижимость самостоятельно, какие документы подготовить и в какие инстанции надо сходить? Пошаговая инструкция. Хотел добавить, что эта информация используется в основном на рынке Латвии в рамках экономической ситуации и законодательства Латвийской Республики. Некоторые моменты будут универсальны, но в основном это все применимо при продаже недвижимости в Латвии.